Прошлым летом они с друзьями отправились в Крым и сняли путешествие на телефон. Затем смонтировали на память мини-фильм. О знакомых узнали о конкурсе любительских видеороликов. Решили принять участие. Ролик стал победителем в номинации «Лучший любительский мобильный видеофильм. Природа, туризм, путешествия». Фестиваль «Чистого истока» проводит уже 13 лет при поддержке Министерства культуры России.